Предложение главы государства о проведении этой осенью внеочередных президентских выборов – это стратегическое решение в контексте строительства нового Казахстана. Такое мнение озвучил спикер Сената парламента республики Маулен Ашимбаев. Он отметил, что эта инициатива придаст новый импульс последовательному развитию политической системы страны и позволит и далее следовать заданному президентом страны курсу на реформы и обновления. Со стороны общественности наши граждане постоянно поступают какие-то вопросы, какая-то критика с тем, что нужно обновлять власть, что нужны новые люди. Новые люди должны прийти в маслихаты, если вот с этого уже начинать там, да. Новые люди должны прийти в акиматы, акимами становиться. Новые люди должны прийти в мажлис. Новые люди должны прийти в сенат. Об этом же речь идет. Поэтому в целом для того, чтобы сейчас в рамках строительства нового Казахстана перезагрузить власть, получить мандат народа, чтобы дать возможность новым людям прийти. Президентом страны принято такое стратегическое решение. И этот шаг нужно рассматривать в контексте общих политических реформ.